Сотни участников со всей области, юные патриоты, учащиеся и студенты, кто активно творил и участвовал в молодежных инициативах, собрались в областном центре молодежного творчества на подведение итогов конкурсов. Сегодня собралось здесь более 300 ребят. Проведено в течение года несколько акций и мероприятий, и сегодня будет проходить награждение. 8 номинаций, в которые входят «Твоя минута славы», «Диктант победы», «Цветы добра». Яркие и патриотичные. Эти ребята подтверждают свою любовь к стране и готовность сохранять ее историческое наследие. Сегодня на данном мероприятии присутствуют ребята, которые принимали участие в акциях, которые рассказывали о героических подвигах наших людей. И сегодня все эти мероприятия говорят о том, что ребята должны помнить, что было с нашими людьми, для того, чтобы сохранить мир и будущее в нашей стране. Воспитанию молодежи сегодня уделяется большое внимание. Направить ребят в кружки, секции, творческие объединения и привить любовь к родной культуре, символам и ценностям. Задача в том числе и БРСМ. Я уверен, что, знаете, самая главная песня нашей страны – это и есть наша, наверное, символизм и наша такая национальная идея, потому что первая строчка гимна – мы, белорусы, мирные люди, мы всегда были за мир, и в год миросозидания это особенно важно. Самые творческие активные ребята представили хореографические номера, а также получили награды за участие в молодежных акциях. Сегодня эти ребята отлично осознают, что день герба, флага, гимна Республики Беларусь – один из главных для подрастающего поколения. Честь, что могу представлять свой коллектив на таком достаточно масштабном фестивале. Чувствую гордость за свою страну. Я хочу показать всему миру эти цвета. И то, что Беларусь тоже много чего достойна. Все участники достойны победы. А самое главное, что они знают, ради чего творят и созидают. Мы любим Беларусь! Роман Аншиц, Юлия Селюк, Юрий Плинда, телерадиокомпания «Брест».